«Алмаз-Дуртранс» с октября прошлого года тестирует автомобили китайского производства. Для корпоративного такси в Ленскую и Мирнинскую автобазы закупили по одному внедорожнику «Хавейл». Используют его как корпоративное такси и для междугородних перевозок. При эксплуатации выявили пока один недостаток – его легко устранили в ленских авторемонтных мастерских. Специалисты прошли обучение по обслуживанию именно этой марки автомобиля. Пока обкатываем их, ну, смотрим какие-то недочеты, ведется журнал бортовой. Данный автомобиль уже прошел 19 тысяч километров. У него установлен двигатель двухлитровый, турбовый, на 217 лошадиных сил. Расход в районе 15 литров, сейчас зимой, так как холодно. Ну, что сказать, ну, хорошие вроде пока автомобили, пока больших ремонтов не было с ними связано. Если автомобиль покажет свою эффективность, «Алмаз-Дуртранс» рассмотрит эту марку как замену существующему автопарку автомобилей «Тойота».